Какого черта ты опять мявчишь? Объясни мне, пожалуйста. Что ты хочешь? Мне сказали тебе градусник в попу вставить за то, что ты мяучишь под дверями. Ты болен? Тебе плохо? У тебя болит голова? Быть может, живот? Что у тебя такое? А? Снег? Расскажи мне, пожалуйста. Не, ну ты же только что мявкал. Вот расскажи мне, что тебя тревожит? Не на Добби смотря на меня, снег. В глаза мне смотри, снег. Что тебя тревожит? Что у тебя болит? А вы что все пришли сюда? Снега, что ли, поддерживать? Так что ты хочешь? Типа туда, да? Оно тебе надо? Давай договоримся, ты выходишь сегодня туда последний раз. Договорились? Там ничего не изменится, снег. Ну ничего вообще не поменялось. Твои последние прогулки, вообще ничего. Серьезно? А если я тебя не выпущу? Вот не буду тебя выпускать и все. Что ты будешь делать? Снег. Что ты будешь делать, если я тебя не выпущу? Ну, помяучишь ты день, помяучишь ты два. Добби, разберись, пожалуйста. Добби, разберись со снегом. Разберись с ним. Разберись. Он меня обижает. Серьезно. Тера! Тера! Выйди, пожалуйста, со своего астрала. Тера! Теруся, Тера, ты меня слышишь? О, Тера, я поняла, мне нужно с тобой разговаривать по-китови. Тера, Шанти пришла. Здрасте, моя дорогая. Да, моя хорошая, я тебя не люблю, девочка, говорят, не люблю. Не люблю тебя, говорят, совсем, вообще ни капелюшечки, вообще ни капелюшечки. Бедная несчастная собака. И Добби, бедный несчастный песик. Самый несчастный. Шанти вообще грустная. Тера никто не любит. Ладно, снег, давай я тебя отпущу. Пошли. Иди. Пока.